Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о первой весенней куколке, о мартиничках. Название этих куколок говорит само за себя. Произошло оно от названия первого весеннего месяца марта. Делали их из красных и белых ниточек, и символизировали они радость от наступающей весны. Как поется в народных песенках, как ты, зимушка, надоела, весь ты хлебушек поела. Поэтому весне, первому солнышку, тепло радовались и делали вот таких вот мартиничек. Их очень просто сделать с детишками. Я покажу, как их сделать. А затем их можно было повесить на одежду, украсить ими косичку или повесить в доме в разных местах, или на улице, в саду, на деревьях. Тем самым мы с вами приблизим наступление весны. Готовых мартиничек вешали на окошки домов внутри или снаружи и на деревья в саду. Причем, если хотели, чтобы зима задержалась, вперед выставляли белую куколку, а если хотели, чтобы весна пришла побыстрее, то красную.